Всем привет! Я поняла, что мы много где бываем, и мало где я снимаю видео на эту тему, и мало чего снимаю на видео каких-то поездок или интересных мест. Вот решила исправлять. Мы сегодня приехали на New River Beach. Это в полутора часах езды от нас, за Сент-Джоном. Вот такой вот здесь пляж. Очень песочный. Здесь океан холодный, как бы не такой теплый, как наши диаки. Но люди купаются. У нас дети купались, я не полезла. То есть довольно прохладный океан. Так с удовольствием не покупаешься. На Шадиаке можно купаться, а здесь и на Пиае можно купаться, а здесь не по... ну, сегодня вообще прохладно. Сегодня оно как бы вроде солнце, но такой ветерок прохладный. Поэтому я, честно говоря, даже в купальник не переоделась. В майке и в шортах, потому что довольно-таки не жарко. Дети купались у нас, муж купался, но я нет. Вот, вот такой вот пляж здесь. А чего мы сюда приехали, почему здесь так много людей? Здесь сказали более 10 тысяч людей. А сегодня проходит ежегодный конкурс фигур из песка. Сейчас я пройдусь немножко и вам покажу, какие здесь сделали фигуры. Приезжают все желающие, любители, профессионалы. И у них тут где-то 4 или 5 категорий. Семья, взрослые, дети, молодежь. И они проводят такое соревнование, такой конкурс. Здесь нету, чтобы в одном месте, да, все собрались. Просто все, где, когда приходят, где выбирают, где хотят, выбирают себе кусочек места, огораживают его, ставят такую надпись, что они огородили, и делают то, что они хотят. Я имею в виду ту фигуру, которую они хотят, или ту красоту, которую они хотят. Вон ребята работают над прикольной такой ботинок. В океане очень много людей плавает, просто балуются, много на пляже во что-то играют. Музыка тут вовсю играет сегодня. Прикольно. Вот одна из акул. Вот еще фигура. Это девушка. Вот еще одна очередная. Тоже прикольно. Черепашка. Ух. Еще одна черепашка. Мороженое. Или конфета, игра. Прикольно, конечно, люди попридумывали много всего. Что-то такое. Видно сразу любители, что-то видно, что профессионалы делают.
Вон большие киты. Ой, акулы. Все ходят тут, фотографируют. Дельфинчиком сейчас вам покажу. Тоже прикольные. Так, это уже люди начали расходиться. И многие ушли. Вообще здесь сегодня было столько людей, что мы очень-очень-очень удивились. Никогда не видели на пляже столько людей. Вот еще прикольно. Кто-то сделал такую типа акулу. С зубами из чипсов. Человечка. Тут парень профессионал что-то пытался сделать, показать, типа кто-то кого-то убил. Такое, конечно. Ну, молодец, хорошо сделал. Он сделал типа целую картину. Вон там кто-то стреляет, как военные. Там тоже. Вот это прикольная машинка. Вот такой здесь сегодня. А, там еще сейчас покажу человека такого. Это вот этот вот парень делал. Вот тоже какой-то типа военный лежит. Сейчас покажу еще одного человечка. Прикольного сделали, большого. И, по-моему, на этом все самое такое интересное заканчивается. Их будут через полчаса, как они все закончат, будут выбирать лучшего в 4 категориях. Вот такой вот кто-то сделал такого человечка. Вот такое развлечение раз в году бывает на этом пляже.